подчеркнуть, очень много что удалось. Это и координирование, и контроль, и мотивация сотрудников. То есть все то, что нужно в регулярной работе и в моей организации, и в планах, потому что мы будем работать в области, планируем, с молодежными организациями, не только с городскими. Соответственно, им нужно помогать, от них этот запрос идет. Гранты, прежде всего, выбираются специалистов и профессионализм. Причем подтвержденный на всех уровнях. И главное, гарант выбирает за результат. Потому что гарант помогает. Он не за нас это делает, а помогает организациям добиваться результата самим. Мы повышаем качество вообще всего некоммерческого сектора.